2 августа продолжаются бои в районе Мариновки. Город находится под контролем народной армии. Основные силы карателей расположены между Торезом и Шахтерском. Высота Саур-Могила остается под контролем сил народной армии. Карателям Киева так и не удалось взять под контроль высоту. Все попытки штурма закончились для карателей серьезными потерями. По Донецку продолжаются артобстрелы со стороны карательных сил Киева. По городу работает тяжелая самоходная артиллерия и гаубицы. Также в ходе сегодняшнего обстрела артиллерии прокиевских сил серьезно пострадал город Первомайск. Наблюдаются многочисленные разрушения в жилом секторе. В Луганске в результате артобстрелов украинцы уничтожили 2 подстанции города. В городе перебои с электроэнергией.